Вот решил царь лучшее масло выбрать. Пусть мои невестки принесут мне масло. И какое мне угодит, то и будет впредь на моем столе. Одна невестка купила масло в обычной лавке. Другая пошла к заморскому купцу. Красава сама масло приготовила. И вот царь пробует у первой. Этим маслом только заборы мазать. У второй. А этой вовсе испорчено. У красавы. Вот это масло. Душистое и свежее. Ай, красава, ай, угодила. Красава. Царский выбор.